Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также странички в Фейсбуке. Предлагаю вашему вниманию сегодня монетки у нас Южноафриканской Республики. Вот, вот у нас такая вот подборочка, сейчас вместе с вами их посмотрим. Так, и начнем наш небольшой обзорчик. Все монетки будут продаваться в группе в Фейсбуке, ссылочка в описании, можно будет перейти, подписаться и покупать. Всего лишь нужно поставить плюсики, монетка ваша. Так, и у нас первый 1 цент, 1 цент 1966 года, гурт ребристый, изображение двух птиц, сидящих на ветке. Вот, материал у нас бронза. Такое изображение у нас на ревизе. 1966 год. Прекрасная монетка в коллекции. Кому нужно, можете себе заказать. Следующая у нас монетка также сам 1 цент. 1971 же года. То есть монетка уже более по современней. Так, где наш фокус? То есть тоже также сидят две птички на ветке. Надпись 1 цент. Гурт ребристый, материал бронза. Но уже здесь есть герб Африки. Південної Африканської Республіки. Так, верніше буде. 71 рік. Така ось монетка. Можна буде замовити. І один цент ще більш новіший. Тобто 96 вже року. Така ось монетка. Один цент. Гурт гладкий. Рік 1996. Таке зображення герба Африки. Гурт у нас здесь гладкий. Матеріал сталь з мідним покриттям. Наступна монетка, прекраснейшая, как на мой вид, патиной. Это у нас 2 цента 65-го года. Такая вот монетка с изображением быка. Такая вот мощная, красивая монетка. Гурт ребристый. Здесь изображением 1965 год. Такая вот красивая, просто прекрасная, как на мой вид, монетка. Хорошей патиной. Вот, материал бронза. Следующая монетка тоже 2 цента, но более новее. Вот, 2 цента с изображением так же само быка. Вот. Гурт ребристый. Здесь изображением герба Південної Африканской Республики. Материал бронза. Следующие у нас 2 цента уже еще более новее, но уже не так. Изображение, как на тех 2 центах. Это у нас 91 год, 2 цента с изображением орла, я так думаю, может другой птицы, ловящей рыбу. Гурт гладкий, здесь герб Африки. 91 год. Такая вот монетка. Может стать хорошим пополнением вашей коллекции, можете перейти и заказать. Группа у меня будет в описании. 5, следующая у нас монетка, это 5 центов. Изображением или журавля, или где наш там фокус, или цапли. Такая вот красивенькая монетка, гурт гладкий уже, 96 год, гербом. И следующих 5 центов, тоже 5 центов с изображением. Изображением тоже птицы. Вот. Более по современней и уже более по современней герб 2008 Африка. Такая вот прекрасная монетка, материал сталь с медным покрытием. Далее у нас монетки идут однотипные, в принципе, уже 10 центов 92 года. Такая вот монетка прекраснейшая с изображением цветка, горд ребристый. Материал сталь, бронзовое покрытие. Ну, вот такое вот отличие будет. Вот здесь вот такой герб. Также 10 центов. Следующий 10 центов. Гурт ребристый. Уже такое изображение герба. 97 год. Материал также сталь, бронзовое покрытие. Вот. Следующая у нас монетка, это у нас уже 2009 года. Тоже сталь с бронзовым покрытием.
такие вот изображения. Вот. Следующие 10 центов. 10 центов, но уже такой ярко выраженный красный цвет. То есть сталь с медным покрытием. Вот ребристый изображение. Такое вот. Так, переходим на 20 центов. 20 центов у нас 92 года. Изображением цветка. Вот ребристый. Тут такое вот изображение герба. На этой же монетке. Я совместно возьму. 20, то же самое 20 центов. Но уже такой вот имеет у нас герб. А, да, такой вот у нас герб. Фокус не хочет фокусироваться. Уже надпись тут идет по кругу. Здесь идет такая вот надпись. 99-й год. Так, и последняя из монеток. Это у нас 20 центов. Стали, кстати, сталь с бронзовым покрытием. Это уже 20 центов последних на сегодня. Это у нас же 2004 год. Более новее монетка. Вот. Здесь цветок. Вот ребристый. Материал также самый. Сталь с бронзовым покрытием. Но уже такое вот изображение. Герба Африка. Ботва. Чепорва. Чеботва. Ну, что такое вот что-то. Так, ну и, в принципе, как бы приступим к бонам. Такая вот китайская бона была у меня в группе уже в более лучшем состоянии. До выставления я еще подумаю, что с ними делать. Может, выдадите какие-то предложения, только без всяких, типа, выброс мусор. Вот. Бона с обихода, потому такая вот помятая, рваная. Вот есть люди, которые собирают и такое. Вот, есть такая вот бона в печальном состоянии. Вот. Очень печальном состоянии. Попали они мне в таком виде. Здесь заклеенные. Год не знаю какой. Их очень печально брать. Руки. Такая вот у нас бона. Так, здесь у нас египетская бона. Такая вот бона с Египта, я так понимаю, какая-то египетская. Тоже в убитейшем состоянии. Думаю, их выставлю одним лотом, с одной гривней. Построю такой аукциончик, кто выиграет. Хоть и за гривню, заберет и за гривню. Монет, боны в убитом состоянии. Так что, в принципе, я думаю, для... И вот такая вот 10 рублей. Тоже в убитом состоянии. Вот, думаю, устрою аукциончик. Вот, и кто выиграет, тот тебя там возьмет. Или на калаш, или на еще что-то там. Так, ну что ж, на этом видео будем заканчивать. Все, кто не подписался, подписываемся. Ставим лайки. Пишем комментарии. До новых встреч на YouTube-канале. Всем пока. Не забываем подписаться.